И всем привет, с вами я, Александр, на вас в данном видеоролике. Сегодня я играю в редактор Far Cry 5, я сегодня прохожу миссию. И давайте уже начнем, давайте. Возрождение, у нас есть, значит, снайперская винтовка и пистолет, в общем. Также у нас есть бинокль, парашют, костюм, крыло, кошка и горелка. И гранаты. Погнали. Штурм. Давайте. Штурм. Окей. Что же нам надо сделать? Во-первых, чтобы пройти эту миссию, она довольно-таки сложная, позже поймете почему. В общем, сначала мы выбираем игрока, видите, там много очень их, этих парней. Так, сначала нам нужно выбрать самого такого, который враг. Так, так как они все одинаковые, нам надо найти того чела, который у нас особенный. Я не знаю, как его найти, так как, ну, в общем, я не знаю, как его найти. Ладно, мы можем спуститься вниз по этой штуке и попадем мы в дом. То есть, если посмотреть там, то мы будем в доме, то есть на дом прыгнем. Ну, сейчас посмотрим, что там дальше будет. Так, окей, мы спрыгиваем вниз, сейчас скажу зачем. Так, тут у нас есть миномет, пользуемся им. И здесь мы выкидываем такую гранатку, давайте. Вот тут, на сидящего парня кидаем его. Скидываем сюда эту хрень. И уже можно бежать. Вот. Как это все будет? Тихо. Видите, стали прыгать уже. Уже убили кого-то. Ладно. Так. Так. Окей. Дальше прыгаем сюда. Сейчас скажу зачем. Сюда запрыгиваем. Дальше запрыгиваем сюда. Так. Берем автомат. Так. Дальше. Это у нас гранатомет. Берем гранатомет. Он нам пригодится. Так. Мы сразу идем сюда. Так. И сюда мы стреляем, получается. Стреляем. Раз. Перезаряжаемся. Минус один. Стреляем два. Перезаряжаемся. И стреляем три. Стреляем три вот сюда. Как раз туда, где, куда они выбежали. И последний выстрел это у нас сюда. Все. Видите? Все. Сразу троих. Один бежит, ну и пусть... А, нет. Двое чужие. Ну ладно. Это не важно, вот какие там бегают, непонятные люди, охранники там, ну, меня они уже запалили, видать. Так, у нас есть здесь дальше наш гранатомет, но сейчас он нам не нужен, бежим здесь, а, не, я забыл, точно. Бежим здесь, бежим сюда, бежим, берем, значит, если вам нужно, тут есть этот, как его, бронежилет. Тут, значит, все сделано. Пока что это оставляем у себя. Берем наш автоматик. Это вот фигня. Так. Получается, блин. Ну почему так получается? Мы берем вот этот пистолет. И вот этот. Все. Чтобы у нас там так вот менялось. Так, берем аптечку. И здесь дальше бежим сюда. То есть сюда бежим. Можно здесь запрыгнуть. И теперь мы бежим не по лесу. То есть не по этим фигням, а идем. Просто спокойно вот здесь вот. Бежим сюда. И берем нужный лут нам. Берем здесь все. И теперь самое главное, как же перепрыгнуть вот эту фигню. Так, здесь довольно-таки длинная, и допрыгнуть почти невозможно, но если постараться, то прыгнуть можно. Итак, давайте мы начнем. Прыгаем. Я допрыгнул. Я молодец. Вы не думайте, что это так просто, это на самом деле сложно было. Это я уже, так как я не первый раз уже это прохожу и никак не могу пройти, но в данном видеоролике я все-таки попробую это сделать. Так, здесь мы прыгаем сюда и спрыгиваем до конца. Получается, что мы попадаем куда-то сюда. Мы сразу заходим сюда, эти запалили меня, что я был там. Карта довольно-таки красивая, я ее делал. В прошлом видеоролике. Так, ладно, побежали. Теперь бежим просто через лес. И добираемся до следующего
орудие. Мы бежим до конца. Туда. Там можно какие-то. Вот, там вертолет виден. Там есть. Ну, да, вот так видно. Так. Сразу говорю. Вот сюда, когда добежали мы, тут опять же миномет, стреляем из него. Так. Теперь берем вот так вот, например. Вот, выбираем наших врагов. И стреляем сюда. Стреляем два раза. Сюда. Остальной раз. Третий раз сюда. Несколько раз стреляем, чтобы вообще было. Так. И последний сюда. Все. Дальше. Здесь мы смотрим бинокль. Здесь можно приблизить, посмотреть, кто у нас здесь есть. У нас вот так вот враги какие-то есть. У нас, значит, все. Там еще враги есть. Здесь враг есть. Так. Точка маршрута нам пока что не нужна. Так. Здесь посмотрим. Так. Здесь у нас лут. У нас здесь кто-то выбегает из лут. Фигни. Так. Вот наш вертолет, докуда мы должны добраться. И еще меня запалили, так что надо валить. По-моему. Берем лут. И побежали. Так, еще один лут. Можно заметить. Можно его взять. Но места нет уже. Так. Что ж, пока что мы не убиваем тех, потому что... когда мы убьем тех, приедут другие, поэтому надо осторожно все это делать. Так. Добираемся до этой точки. Значит, здесь главное не упасть никуда. Так, здесь опять же третья позиция, из которой мы можем стрелять. Здесь не миномет, конечно, но все-таки турель, с которой мы можем стрелять. Здесь можно стул, здесь можно посидеть на стуле даже. Вот так вот как-нибудь. Так, использовать орудие же. Нет, здесь опять же лут есть, здесь есть стол, здесь есть еще три лута, специально для нас собрано. Но ладно. Так. Дальше мы можем опуститься вниз и сесть в вертолет. Но это еще не все, потому что я вам позже расскажу, что там находится. Так, значит, берем сначала мы наше оружие. Еще раз просматриваем все позиции. Никого ли здесь нету? Все ли здесь? Так, у нас есть один на доме. Сидит чел. И все делает. Так, ладно. Теперь Ой, не то. Так. Стоп. Давайте Так. Так. Ну почему так происходит? Я не понимаю. Берем это и это. Теперь мы берем снайперскую винтовку. Стреляем раз. Так. Не попал. Тихо. Твою мать. Тихо. Давайте. Почему я не могу попасть-то? Черт. Вот в этого попал я прям вообще. Мастерски. Давайте. Так. Тихо. Так. Тихо. Не попал? Да ну эту снайперскую винтовку в жопу просто вот так вот. Используем орудие. Просто вот так вот расстреливаем. Врагов нафиг. Почему я в него не могу попасть? Так. Убил. Давай. Тише. Тихо. Давай. Есть. Так, тут все. Теперь берем
То, что у нас есть. Наше орудие еще одно. Выстрелов у нас мало. Надеюсь, я попаду. Тихо. Тихо, 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 тихо. Так. Так. Не, я почему-то попасть не могу, это как-то странно. Я почему попасть по ним не могу. А патронов у меня все меньше, так что... Не знаю. Так. Бежим, 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 бежим. Тут у нас нет ничего. Так. Бежим сюда. Миномет пока что не трогаем. Садимся. Тихо. Тихо, 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 тихо. Есть один. Еще один. Тихо, 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 тихо. Давай еще раз, еще раз. Еще один. Тихо. Так, все. Отстрелялся, появились какие-то новые там челы, которых я должен сейчас минусовать просто. Так, берем здесь наш лут. Опять же, берем, смотрим, кто это у нас здесь. Какие-то парни. Так. Так, все, здесь патрон. Этого, я думаю, мало. Давайте, миномет. Минометное орудие. И минометом давайте в них пальнем. Один раз. Так. Сразу здесь давайте. Так. Минус два. Черт, меня вот откуда-то уже стреляют меня. Ладно. Побежали на ту позицию. Меня главное заметили. Лута не хватает. Это минус. Вот в чем минус. Лута не хватает, оружия я не могу их не подобрать, потому что придется спускаться. А спускаться не хочу. Придется, наверное, вот так вот как-нибудь делать. Как-нибудь вот так вот. Давайте еще тут сделать. Давай, 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 давай. Нет, что-то не получается. Ладно. Почему я не могу попасть? Я ж попадал. Прекрасно. Черт. Так. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Идет, 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 идет. Тихо. Тихо, так. Вот, хорошо теперь пошло. Все теперь отлично. Так, один. Туда я не доберусь.
Я попаду в него. Главное стрелять медленно и попадать по врагам, которые далеко стоят. И все же я попадаю, да, попал. Вообще можно спуститься, я не знаю, пострелять там кого-нибудь. Но это будет слишком долго и слишком сложно. Так что пока что мы мочим только этих. Еще один бежит. Так. Давай. Так, еще один. Все, один остался, видать. Или просто я кого-то не замечаю. Давай. Есть один здесь. Так, все тихо здесь. Давайте. Тихо. Тихо. Чего не попадаю? Короче, я не знаю. Все не было, все проще. Ну да ладно. Так. Окей. Теперь идем дальше, туда, где мы были. Так. Кто, блин, ты, блин? Это пипец. Но я в него не попаду. Это явно. Я явно в него не попаду. Ну, вообще, можно попробовать. По идее. Очень красивая карта получилась, по идее. И вообще поиграть можно, если вы любите играть за снайпера. Ну, так как я за снайпера... Ну, не очень стреляю. Мне проще там просто вбегать куда-то, вбивать там кого-то. Давайте сейчас посмотрю, кто там есть. И то. Есть один. Окей. Погнали. Один так один. Давай. Сейчас завалю его. Давай. Смотри, побежал. Черт. Он же валяется. Попал. Все, отлично. И кто у нас здесь остался? Там никого. Переходим. Следующим. Переходим на следующую позицию. Пока что лут не трогаем. Лут нам еще пригодится. Так как лута маловато здесь. Достаточно таки мало. И все же надо его беречь. Потому что в рукопашную я на них не побегу. Это понятное дело. Так. Давайте. Оп! Минус. Тихо, ну-ка. Давайте я немного поближе к ним подбегу. Потому что... Нет, там чисто. Пока что там чисто. Так. Пока что здесь чисто. Так. 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 Тихо. И последний остался. Тихо. Черт. Тихо. Откуда они здесь уже? Черт. Тихо. Тихо. Тихо.
Вот здесь вот нужна эта дополнительная пушка. Как раз. Минус один. Здесь главное точно стрелять. Чтоб не просто так. Ну все, этого можно просто вот так вот. Бежать. Блин, там кто-то палит меня уже. С своей стороны. Грешник, он здесь! Твоя судьба уж... Все, готов. Берем лут. Это пока что оставляем. А, убираем мы, сейчас скажу, что. Вот эту пушку, мы... Она нам не нужна. Мы берем вместо нее вот эту пушку. Набираем патроны, которые нам пригодятся для стрельбы. Так. Пока что определяем, сколько у нас целей. Достаточно такие у нас дофига целей здесь. Так, выделяем все цели, которые нам нужны. Здесь цели, здесь везде цели. Их слишком стало дофига. Вот для этого я вам говорил. Не все так просто. Там еще. Но вообще здесь очень... Так, все. По-моему, я всех выделил. Я точно не знаю. Нет, еще здесь остались пару человек. Так, патронов вроде хватает пока что, давайте. Погнали. Так. 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 Да что я не попадаю? -то? Сюда забраться, потому что они забираются сюда. Так, тихо, тише, тише, тихо. Все, убил. Так, там еще одни. Эти пока что бегут, что-то там делают. А, они бегут и к этому. Здесь раненый валяется. Попадаю, блин, вообще не попадаю. Тихо. Так, тихо. Давайте им туда гранатку кинем. Отлично, всех. Нет, не всех. Все, убил. Черт, по-моему, по мне уже стреляют чем-то. Так. Патроны, 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 главные патроны. Я даже уже не знаю, что в них кинуть, они там в деревьях стоят. Тихо. Тихо. Черт. Тихо, здесь дофига их слишком. А этот уже с гранатометом у нас. Убил. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Убил. Давайте скинем все бомбы. По-моему.
патроны. Все, убит. Патронов все меньше, блин. А их все дофига и дофига. Так, ладно. Может здесь поменять позицию как-нибудь? Ну, нет, я туда не побегу. Тихо, 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 тихо. Ну, пока что с этими давайте раз... Так как я уже почти с ними разобрался, давайте я в них постреляю как-нибудь. Так. Убит. Тише, тише, тише. Минус. Все хорошо. Всех минусанул, я уже. Так, погнали дальше. Еще лут есть на патрончике. Видите, как хорошо. Сразу можно здесь залутиться. Патрончиков набрать. Их надо. Патронов здесь достаточно, по-моему. Для игры. Здесь вот надо будет быть уже осторожным немного. Черт, 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 я забыл про них. Я забыл про них. Здесь эти. Блин, черт, я чуть не упал. Черт. Пошли, 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 пошли. Идем сюда. Тихо. Так. Тихо, тихо. Тихо. Блин, патроны. Лут пока что не беру, он мне не нужен. Убит. Все готово. Черт. Самый сложный, поехали, это значит, здесь у нас столько гранатометчики остались. Ну и один лох какой-то у нас стоящий. У нас здесь, значит, к минометам добрался еще один парень. Так, это вам мы сейчас сольем. Ладно, патронов все меньше и меньше, а так их просто просирать что-то не хочется, так что ладно. Давайте те, которых мы пометили, убьем их тогда. Это остатки получается. Так, лут. У нас только здесь остался лут, получается. Лута все меньше и меньше, а врагов еще дофига. Врагов дофига, а лута мало. Так что давайте наберем немного патронов. Немного. Весь лут использовать пока что не будем. Лут пока что нам пригодится. Так. Так, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Блин. Так, все. Тихо. Все хорошо. Так. Так, лут еще есть. Лута достаточно. Так, здесь надо подобрать лут, который нам пригодится. Так, и все. Дальше подходим к этой штуке и начинаем палить по ним. Давай, 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 давай. Еще минус один. Давай, 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 давай. Ну, чуть-чуть еще, давай, все. И у нас остался один там. Нет, их еще дофига. По-моему. Раз, два, третий есть.
там чел ходит еще. Так, окей. Здесь мы вроде всех убили. Здесь больше, походу, никого нету. Там. И дальше. Так. Вот так вот бегать всю игру и пытаться убить игроков. Всех. Всех персонажей, которые здесь есть. Так, здесь лут забрали мы почти весь. Тут лута нет уже. Значит, осталось убить этих троих, ну, четверых, ладно. Там еще какие-то. Все тихо. Блин, ну я так не попаду. Черт, надеюсь, у тебя не гранатомет. Тихо, тихо, тихо. Все. Так, все. Этот, по-моему, с чем-то идет. Здесь мы играем за настоящего снайпера. Окей. Еще один. Видать, они там проверяли или что там они делали. Я его не убил. Бит. Все. По-моему, это все. Я, если честно, не знаю. Я уже дофига, по-моему, убил. Еще двое. Окей. Двое, так двое. Так. Все, двоих убил. Кто там остался-то? Там еще какие-то идут. По-моему, надо уже спускаться, не? Как вы думаете? По-моему, отсюда мы вряд ли кого-то еще убьем. Ну вообще нет, надо... Так, это какие-то рукопашные. Так, у нас есть чел, который сидит просто тупо. Да, давай вот мы сольем сразу. Нифига! Вот это было не изичное сейчас, меня чуть не завалили. Я не знал, то что у них какие-то фигни. Тихо. Я не знаю, я почему-то не могу их убить. Тихо, я немного подберусь к этому. Тихо, 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 не. Раз. Тихо. Все, убил. Давай, иди на меня. Давай. Оп. Окей. Там еще какие-то вышли парни. Нужно их всех отметить. Насколько я понял, я уже... Ну ладно. Берем лут, который у нас остался. Достаточно, я уже дофигища отстрелял их. Просто их отстреливаю вот так вот. Но все равно 93 я уже убил, нормально. По мне таки, давайте, они бегут куда-то, по-моему, насколько я понял. Так, мне нужно выбрать цель. Так. Так.
меня убил. Так. Использовать. Так, давайте. Еще из миномета постреляем. Немножко. Короче, я попасть не могу уже, все, 96. Я убил, я не знаю. Просто как лох стоит. Так. Так, погнали. Опа, убил. Так. Ну, до этих я вряд ли дострелюсь. Хотя, возможно, я дострелюсь. Хоть это, я не знаю. Вообще уже пора, наверное, спускаться, потому что я уже почти убил сотку, и когда я убил сотку, наверное, надо уже спускаться туда вниз, потому что не зря же здесь я сделал вертик. Вертолет. Ну ладно. Так. Так, окей. Идем сюда. Так. Еще лут есть. У нас пока что с лутом все нормально. Ладно, у нас есть этот. Давай, погнали. Стрелим. Я уже 99, 100, по-моему, убил. 100 врагов уже убил. Да, 100 врагов я убил. Погнали стрелять. Убиваем. Так, еще один. Так, это уже 105 я убил, понятно. Прикольно. Еще одного. О, черт. Черт, они добрались до миномета, все. Один миномета получается. А теперь будет хотя бы поинтереснее. Черт. Нет. Черт, где он сидит? Черт. Я уже близко. Черт. Черт. Вот, блин. Тише. Черт. Черт.
блин. Спасибо, ты спалился, чё? Близко стреляет уже. Значит, стреляет где-то отсюда. Ты задолбал уже стрелять, чел. Чёрт. Да блин. Похер на лут, убегаем. Убили. Ладно, ребят, на этом наш видеоролик и заканчивается, ребят. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.